Здравствуйте, уважаемые слушатели. Коротко расскажу о себе. Меня зовут Гончаровский Дмитрий Александрович. Я имею образование по специальности машины и аппараты пищевых производств, квалификация инженер. И также учился в аспирантуре по специальности процесса и аппарата пищевых производств. И в 2012 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. 7 лет преподавал в ВУЗе с 2012 по 2019 год. Имел на сайте ВУЗа свою собственную страничку с описанием моих достижений и моей профессиональной деятельности. Возможно, когда вы будете смотреть это видео, этой странички уже не будет существовать, поскольку я в этом университете к тому времени уже работать не буду. Преподавал дисциплины для магистратуры и бакалавриата. Для бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 технологические машины и оборудование, профиль машины и аппараты пищевых производств. Для магистратуры направление подготовки 15.04.02 технологические машины и оборудование, профиль процессы и аппараты пищевых производств. Издавал в соавторстве с другими преподавателями учебные пособия и монографии. Издавал научные и учебные труды, которые представлены на сайте. А также до того момента, как я начал работать в университете, я 7 лет проработал на пищевом производстве инженером. На этом пищевом производстве компания, которая вела операционную деятельность, мы выпускали хлебцы хрустящие, палочки с начинками, экструзионный крахмал, текстураты муки и крупы. Коротко покажу вам свои достижения на инженерном поприще. Я собрал их в одном файле. Так, сейчас одну минуту. Так, увеличу, чтобы было видно содержание хорошо. Здесь и инструкции по эксплуатации, чертежи оборудования, расчет затрат на производство, доработка гидравлической схемы. Давайте я вам это сейчас пролистаю, чтобы вы имели представление, в чем преимущество мое перед другими преподавателями, что я не только имею, скажем так, академический опыт, но и производственный опыт. И, скажем так, производственный опыт у меня 7 лет, академический опыт у меня также 7 лет. Я надеюсь, что я смогу более подробно освещать для вас какие-то материалы, какие-то давать более углубленные знания, благодаря тому, что у меня есть этот производственный опыт. Я пошел после того, как я закончил университет, работать на производство, а уже потом, получив этот опыт, пошел учиться в аспирантуру и защищать кандидатскую диссертацию. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал. В следующих видео мы с вами разберем о том, как учиться в университете, какие бывают машиноаппаратурные схемы линий производства пищевой продукции, как с ними работать. А также в одном из видео я сделаю большой такой обзор о том, как работать с научно-техническими текстами, так, чтобы вам было понятно и вы имели этот опыт, вы смогли сами научиться работать с инженерно-техническими текстами. И потом смогли этот опыт применить для тех текстов, с которыми вы будете встречаться вначале во время обучения в ВУЗе, а потом и в жизни. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!